Я просто напрягал постоянно. Да, это только все настраивается на самом деле. Ну, то есть можно же тоже сделать активацию там, ну, кнопкой, там, не знаю, голосом и так далее. Настройки там другие. Если он будет это чирикать, и никакая настройка не поможет. Его с голосом будет слышать. Да, выйдите с инста, поставлю выйдите десятку и можно. Давайте только поактивнее все делаем. У нас фуловые персы, кроме мага все. Я тоже не фулл. Кто там на инсте? Так. Уди летит. Заходите. Тут вот есть что поставим. Давай, шкаф, все, херачим тебе дураков. Просто разносим. Только лут, парни. Мне кажется, нет, вообще никому ничего не надо. Не, Маша, ЛТ надо, ее выгоним сюда. Не надо, дешмат, наверное. Или что-нибудь такое. Не знаю. Я помню, когда-то очень давно, лет 5 назад, с дримером что-то пошел. Первый раз вообще в ВК. И первый раз же коня сролил. Привет. Нормально. Почти волк. Бля, дример тоже игрок классный, пиздец. Запусти, короче, погнали. Так, а что, всем присоединились? Как Фьера что-то нет. Да, ну давай. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Бахать. Чё там бахать, да, надо? А, рыбы есть у кого? Не, у Лены есть, я. Дайте каску, подру иду. Что можно каску? Рыбу поставить? Или уже? Ну, желательно. А нет, уже поздно. Тратишь наше время, паладин. А Флойда напулила, Юль. Уже. Ничего не забирай, пусть до конца нам не стоит. Капли нам. О, огонь, 4 стака, 6 стаков, ты чё? 8 стаков у лока, хильте его. 10, блядь. Что-то с локом происходит, мне кажется. Теперь дай бог, Виталику, бейте с тамбольдой. Дайте бог лоб. Сними его. Право играть. Сразу сами. Сейчас привет, не подходите. Че, зеленых нет больше? Максимус. А где он? Сколько бать так сильно? Зеленых 4. Вернется зеленая. Так, кто там в токсине? Маг. Два шамана. Маг. Фьера, кидай диван на столба быстрее. Быстрее диван. Диван. Где? Что? Раз, два, три. Божественное вмешательство. Сдох. На Вуди кидай. На друида. Гиб на ХП. Ну, они в РК, наверное. Диван на друида. Это в токсине, это в токсине. Фьера, ты в луже стоишь. На черепок. А, она тоже в токсине, да? Нет. А, ну, она померла. Понятно, все. Ну, фокус хили, значит. Чё фокус? Хиль.
Я хилю. Все, лучше гимн спать. Все, стоп, стоп, встал на ману, читай его нормально. Бабл без КД далеко. Воздержанность, я возложение рук давал. Что? Ну, блять, чтобы выжил. Друид. Че, поднять? Да, поднять. Кому-то, короче, давал. Секунд еще. Как, блин? А ты беги под углом 45 градусов. Всегда по стене бежал, и нормально все было. Ты беги вперед и по диагонали. Нужно... Лестница стола. Конечно, более с уклоном к стене туда, чтобы от него... То есть прям ширкаешься об его шерсть, но ну, не попадаешь под удар. Там фрейм, у него хитбокс такой. Всего сейчас хорошего. Великий чернокнижник Вильфред Непопамс призывает. Пистолет, пожалуйста. Рыбу желательно. А рыба. Благодарю, верховный лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю. Есть у кого-то квест на Джаракса? Дай им камаш. А, не, лучше себе дай. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Приставов. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Да. Дай приставов. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Неподходящее. Перед вами Джараксус! Эредарский повелитель пылающего легиона! Спортал будет. Интеллект. Беги. Thank you.
Чувака надо свичнуться будет. Давайте тем больше дальше. Должна послужить уроком тем, что смеет беспечно играть с темной магией. Штаны ваши бери на мага нормальные, пойдите. И теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса Героев. Пробуй того, что ждет. Я думаю, по звуку включил. Он там вроде CS GO какой-то играл, стринул. Не, это Джейми. Чё? Это Джейми игра. А, чё, забирают Флойд Вар? Да, Вар единственный, милик. Виталий, может, тогда в ретрика. Через кого играть будем? Через Хантан? Да, через Хантан. Хант, потом ШП. А Шаман не ели? Шаман. Ну нет, конечно. Который... Понятно. Ну все, давайте, можем начинать. Время-то идет. Беги, малышка, беги! Он помогу играйте, просто ШП. Давайте шамана найдем. Виталь, ты бери белую сферу. Слышь, Виталь? Угу. Белую сферу бери. Вон, Маша, Даггер Марина, тебя нормально. И ради чего? Только быстрее тыкайте. Еще впереди. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание.
Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Бля, на Вармене, вот где мы стоим, здесь наоборот, короче, белая сфера, а черная в другой стороне. Бери черный. Все, погнали. Стих. Ну вот, раунд. Еще раз раунд. Она не слушает меня. Когда ее и другую бьете, соответственно. Вот эту бьете сейчас. К черной, если надо будет менять, то черный надо брать. Менять. Берите черный, бейте треугольник. Видишь, вы заранее об этом не знаете. Вам нужно об этом говорить за полчаса. Нет, за полчаса мы забудем. Видишь, еще и память будет. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь и... Тут один же хил справится, нам, наверное, одного шамана дамажит теперь. Фибрилляция 6.5 шамана, нам захилит одна, наверное, а столб подамажит. У меня ДД, ну, у меня есть ДД, но как без камней, без себя. Я его не делал. Да, она, походу, чат, блядь, читает плохо так. Она чё, в хиле? Пиздец, мы в два хила всё время шли, ну. Сейчас она ману отопьёт. Ну, там можно юнир кинуть, будет. Ритрик, поставь кастову. Справишься, да, один? Справишься, тогда столб один. Да, да, да. Кастауру поставьте. Давайте тогда. Что сказать? Давайте просто брустанем. И один из шаманов, вот тотем еще поставьте на. Че, Виталий, есть? Да, да, спек, Виталий. Спекались.
Загрустим. Сейчас мы нахуй вайпнемся, бля. Да нет. Да мне подсказывает. Жука в центр подтяну, так что назад за меня отойдите. Чтоб жуков ловить было проще, да? Я одного за контролю, если чё. Я станчу, если он хила будет. Все готовы, наверное. Нет, назад, говорю, отойдите, мы не там будет босс жопой стоять. За меня отойдите назад. Я вот сейчас на себя меточку поставлю. Вот сюда, за мою спину отойдите. Давай, будет готовимся. Есть жуки, которых можно побить. Дайте бафлоку, каску. Приступ баф. Давай, герб переводим. Левую поймаю. Я справа его за контролем. Хорошо. Так, Виталий Чан, кинь на себя длань спасения. Что там за пластик? Грудак бисовый. Грудак, да, пиздатый, Мари. Вообще заебательский. Ну, плащ беспонтовый. Трофеи, пускай, да. Хотя триумфа нету. Коня, пускай, да. Чё, 250 ИП? Ну да.